Это кропотливая работа с трудными подростками, профилактика безнадзорности и правонарушений, защита прав детей, а также работа со взрослыми, не выполняющими свои обязанности. Основа коллектива инспекторов ПДН – это женщины. Они заботятся не только о родных детях, но и о тех, кто в силу жизненных обстоятельств не получает должного внимания от собственных родителей. История каждой такой семьи индивидуальна, а значит и подход к решению проблем должен быть особый. Работа с социально неблагополучными семьями требует терпения, эмоциональной устойчивости, выдержки и такта. С годами, отмечают сотрудники, простой инспектор ПДН превращается в профессионала, способного найти выход в любой жизненной ситуации.